Нас недолюбливает полиция, опасается СБУ, теперь наверняка и генпрокуратура заклеймит сепаратистами. Разведка 17-го канала нашла тот самый утерянный архив ГПУ. В нашем распоряжении фамилии и адреса тех самых счастливчиков-прокуроров, которым государство подарило квартиры. Идем в гости? В нашей стране всю независимость борются с коррупцией в правоохранительной системе. Прямо в момент этой борьбы правоохранители одаривают друг друга государственными шикарными квартирами. Скажете, чертовщина какая-то? А мы ответим, чистая магия. Начав поиск унесенного ураганом перемен архива с фамилиями получивших жилье от государства, чудеса встречаем на каждом шагу. Для начала жители столичного района обращаются к нам неожиданно. Они уверены, утерянный архив превратил их затерянный зеленый двор в строительную пустыню. Им перекрывают солнечный свет, и в ответ они перекрывают центральную улицу. Митингующие уверяют, строительство незаконное. Пока его не остановят, жизнь местных далеко не фонтан. А фонтан был такой у нас, весь в мраморе. Мы когда переехали сюда в 90-м году, это был такой у нас, был виден костел. Ну вообще было, ну сказка, понимаете? Сказка оборачивается кошмаром, когда вместо маленького офисного центра во дворе трех домов на Антоновича начали возводить высотку. Вот так ставят свечку за упокой зеленой зоны. Во веки веков, аминь. Здесь будет 21 этаж. А мы 17-го канала, по стройке вашей снимаем сюжет. Вы как? У нас парень вроде бы так мельком сказал, он там работал помощником депутата, говорит, строит генпрокуратура, поэтому... Ничего не докажешь, да? Разбираемся с документами. 13 лет назад ГПУ передает право на возведение офисной высотки компании «Киевгорстрой-1». Та, в свою очередь, нанимает творческую мастерскую «Висок» следить за строительством. Владелец обеих – Валентин Исак. В 2011 году заместитель прокурора Оболонского района Киева Дмитрий Сысоев сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск. Хотя на сегодняшний день в розыске мы его не нашли. Как удалось застройщику, по сути, заручиться поддержкой ГПУ, обмануть банк и бесследно раствориться? Казалось бы, с побегом Исака закончатся проблемы местных жителей. Однако новый застройщик, компания «Оболоньторгстандарт», оказалось, мыслит масштабнее, чем предшественник. Вместо небольшого офиса они решили возвести гигантское жилое здание. Волшебным росчерком пера киевский мэр Виталий Кличко меняет целевое назначение участка. Змінити Генеральній прокуратурі України вид використання земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу земельної ділянки площею 32 гектари на вулиці Горького, 74-78. Небоскреб поглотит вокруг себя жилое пространство окружающих домов. Из-за протестов уже получившая квартиры генпрокуратура оказывается в неловкой ситуации. В проект срочно вносят изменения. З метою зняття соціальної напруги, відповідно до згоди київського міського голови від 6 квітня 2007 року номер Д-2655 на замовлення Генеральної прокуратури України розроблено проєкт землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру з підземним паркінгом. Зміна цільового призначення земельної ділянки. В общей сумме 13 лет земельный участок прокуратуры на Антоновича зарастал бурьяном. Это видно на Google картах. При перемотке, кажется, совсем недавно нарушили вечный покой лужайки. Кто и что начал строить на участке, выясняют активисты. Переписка с властью выливается в целый фолиант. Это документы? Ну, что надо? Да, показывайте, что за документы. С тяжелым пакетом документов. Пообщаться с разведкой выходит Мария Прахова. Она живет в ветхом четырехэтажном доме, сразу за забором стройплощадки. Что именно вам надо? Покажи сначала, какой нам здесь строить. То, что будет, вот, смотрите. Как вам нравится? Вот это они строят. Это они вам презентовали? Да, это они хотели, чтобы мы порадовались. По доброте душевной, да? Да, а мы так обрадовались, что красиво. Сильно возмутились.
Мария показывает письма, адресованные еще бывшим мэром Александру Омельченко и Леониду Черновецкому. Все безрезультатно. Теперь вот пишут Кличко. Пытаются доказать, что строительство ведется с нарушениями. Здесь примерно будет 210 квартир. То есть по нормам ДБН это превышает в 3 раза норму щельности населения. Куда они будут выходить? Где они будут парковаться? Здесь подземный паркинг не предусмотрен. Здесь 11 парковочных мест под низом. И вот здесь вот там сколько влезет, не знаю. Жильцы опасаются, выстоят ли вообще их старые дома. Стены уже дали трещину после первых попыток прорубить скважины под сваи. Алла Богуслав показывает доказательства весомее, чем документы. Приглашают разведку к себе на 14 этаж соседнего дома. Комната внучки еле выдержала землетрясение. Дом начал трещать, у меня начал рваться кафель на кухне, просто трещины такие. Пока одни боятся за жизнь, другим обещают сделать ее сладкой. Застройщик активно продает квартиры в новострое прямо на стройплощадке. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы 17-го телеканала, меня зовут Андрей Иванович. А к нам обращаются жители, говорят, дом здесь полузаконный, полулегальный. Новостройка абсолютно легальная, у нас абсолютно все есть техническая документация. Менеджер обходительно. Привыкла иметь дело с важными клиентами. Без лишних заклинаний проводит экскурсию и почти волшебно быстро открывает сайт компании. Рассматривая планировку квартир, вспоминаем о колдовском яблоке. Оказывается, застройщик проблемному проекту дал броское имя «Нью-Йорк Концепт Хаус». Как известно, американцы называют Нью-Йорк «большим яблоком». То ли злые чары подействовали, или проект все-таки сомнительный. Но сайт под громким названием уже сегодня отключили за неуплату. Возвращаясь к реальности, знакомимся с документацией. Приносят целую папку. Вот они эти договора. И то, что мы с ними рассчитались квадратными метрами, и они не претендуют на эту землю. А сколько дали квартир? Здесь, я так понимаю. В этом комплексе они отчужили. Были по другим адресам. Адреса есть? Ну, в договорах все есть. Среди бумаг замечаем то, из-за чего, по сути, начали поиск. Перечень тех самых домов, в которых прокуроры получили элитную жилплощадь. Списка с фамилиями владельцев и номерами квартир здесь нет. Попробуем отыскать прокурорские квартиры сами. Первый адрес – улица Автозаводская на Абалоне. Меня зовут Андрей Лащ, я журналист 17-го канала. Я разыскиваю квартиру прокурора, одного из. У нас прокурора нет. Нету, да? Я просто знаю в этом доме, но квартиру конкретно не знаю. Прокурор, по-моему, или в третьем парадном, или во втором. Выбираем второй подъезд. Дверь в парадное открыта. Отвлекаем консьержку от телефонного разговора. Она, как и положено, долго держит оборону. Но у нас есть секретный ключ. Представимся коллегами. Скажите, Бласочка, а мы знаем, что прокурор у вас тут живе в подъезде? Живе. Живе. Мы пришли до него с вітанечками. Ні, це якби ми знали, то він не розрішає, ми не знаємо нікого, не, щоб не пускали туди. Щоб не пускали, так? Да? Да. Ну, ми з генпрокурорського телебачення. О, думали, що його... А його не, я його сьогодні не бачила, він, мабуть, на дачі все. На дачі? Разведчик в образі сотрудника прес-центра ГПУ получает и номер квартиры, и даже фамилию объекта. А чому він не дозволяє, щоб до нього підходили? Ну, щоб не пускали? Це, ну, кому треба, що, чого туди йти? Кому треба, кому не треба, то нема чого. А на якому він хоча б поверсі? Він на 9-му. Теперь можно визуально определить, на какую сторону выходят окна прокурорской квартиры. Выясняем. В тихий зеленый двор. Конечно, не сравнить с тем видом, что сегодня созерцают жильцы Сантановича. Как могут волновать следователей обращения граждан, если 5 прокуроров уже заехали сюда в свои новые квартиры? К элитным обитателям тут не подступиться. В комплексе «Парковое место» не то что в подъезд, во двор не зайти. А нам бы попасть во двор. Это закрытая территория. Только через первый пост. Где-то в одной из этих секций паркового местечка находится квартира прокурора, которую ему дали вместо вот того земельного участка, на который претендовала генпрокуратура. Скажите, здравствуйте, а попасть туда за забор можно?
На территорию жилого комплекса? Да. Или в парк? На территорию жилого комплекса. На территорию жилого комплекса попадают только жильцы и их не гости. В парк, пожалуйста, через Троянду. Это... А мы незваные гости. Ну, незваных мы не пропускаем. Впрочем, отыскать квартиры прокуроров, даже если бы 17-й канал пропустили в дом, будет нелегко. Да и на открытость Генпрокуратуры вряд ли можно рассчитывать. Там до сих пор ищут утерянный архив с документами на квартиры. Часть документов касательно получения служебных квартир исчезла, поэтому была организована служебная проверка на данный момент в Киеве. И вот опять, то ли магия, то ли стечение обстоятельств, квартиры уже заселены, а в документах прокуратуры их нет. Согласитесь, лучшее время для того, чтобы по-тихому приватизировать жилье. Примерно как в свое время поступили скандальный замгенпрокурора Виталий Касько и бриллиантовый прокурор Александр Корнеец. Возможно, колдовские чары развеет сам застройщик, однако в сказке о прокурорском жилье он предпочитает роль человека-невидимки, не договориться о встрече даже с представителями. Да, да, здравствуйте. Это Андрей Иванович, 17 канал, мы с вами вчера договаривались встретиться в 10.30, да, да. Вы будете? Добрый день, у меня, к сожалению, не получается, форс-мажорное обстоятельство по работе есть. Вы можете написать официальный запрос на нас там, с просьбой, что вы хотите от нас узнать, увидеть документы и так дальше. Запрос мы написали, и не только им, но еще и к их партнерам, известной в городе компании «Киевгорстрой». Отведенные законом сроки истекают, но ответов таки нет. Жители Антоновича уже привыкли к игре в молчанку. Диалог с застройщиком прервался, как только ему отказали. Еще бы, строители предлагали подписать меморандум, в котором жители должны были согласиться не только потерять зеленую зону двора, но и к подъездам новостроя не приближаться. Здесь они поставят волейбольную площадку. Да. А здесь теннисные две. Я ж прекрасно понимаю, что это для себя. За какие заслуги перед Отечеством сотрудники Генеральной прокуратуры получили 15 квартир? Возможно, чтобы стройку не замечать. Наш запрос в ГПУ пока завис в воздухе. Новый генпрокурор может разобраться в деле. Правда, чтобы помочь людям, получившим квартиры, наверное, придется освободить элитную жилплощадь.